Здравствуйте. Представляю ваше внимание лот номер 10, Синдевин, трасса 40, страна Германия, зимний сезон, вес мешка 4 килограмма, количество мешки 31 единица, аксессуары женские, мужские. Комплект три предмета в синем цвете, шапка, перчатки, шапка, мут. Такой же комплект цвет пудры. Такой же комплект в темно-зеленом цвете, шапка, перчатки, шапка, мут. Шапка-мут вязана, здесь помпоны. Шапка-мут. Шарф вязаный хомут. Хомут. Цвет носковой волны. Голубой с блестяшками шарф-хомут. Шарф вязаный, плотность, палантины, шарф вязаный, плотный, шарф вязаный, плотный, вязаный, украшен бусинками, палантин, варежки вязаные, перчатки на натуральную кожу, размер 7,5, перчатки, здесь вышита зайка, воротник, повязка для бега на голову. Шапки разные размеры, разные расцветки. Вот, поскольку шапка тоже разная. Шапка с утеплителем. Шапка вязаная, теплая. Шапка с помпоном, кепка утепленная. Спасибо за внимание.